Всем привет! Наверняка вы еще с прошлого патча заметили, что навык выносливости не качается, если у вас перегруз. Но качать этот навык нужно и важно. Поэтому я почти всегда стараюсь бегать без перевеса, хотя почти в 90% рейдов это не получается сделать. В прошлом вайпе я так и не докачал навык выносливости до элитного уровня, поэтому в этом вайпе я решил максимально быстро построить в убежище модуль под названием «Воздушный фильтратор». Как вы знаете, этот модуль должен давать плюс 40% к прокачке физических навыков, когда в него вставлен воздушный фильтр ФП-100. Но многие из игроков почему-то думают, что воздушный фильтратор не работает. Я регулярно читаю подобные сообщения у себя в чате на стримах. На самом деле это не так. Он работает, и более того, вам даже не надо вставлять в него фильтр ФП-100 и включать в убежище свет и расходовать топливо. Достаточно просто построить этот модуль, и бонус будет действовать. Во всяком случае, сейчас это работает именно так. Но чтобы продемонстрировать вам наглядно, как это работает, вот парочка тестов. Я взял с собой в рейд напарника, который еще не построил воздушный фильтратор, и попросил его пробежать без перегруза расстояние в 50 метров и замерить, сколько очков навыка выносливости он получит за такую пробежку. Результат был 1,5 очка в прокачке. После этого такую же пробежку совершил и я, сперва с выключенным светом и отсутствующим фильтром ФП-100. Результат был 3,3 очка прокачки, то есть фактически в 2 раза больше. После этого мы перезашли в рейд, я включил в убежище свет и вставил фильтр ФП-100 и пробежал то же расстояние, получив в этот раз 3 очка прокачки навыка выносливости. Напарник в этом же упражнении получил те же 1,5 очка. И это будет работать не только с выносливостью и силой, вы получите бонус к прокачке на все физические умения. Их не так много в игре, но они все максимально важны, и их прокачка до высоких значений существенно влияет на ваши рейды. Почему я получал больше 40% прокачки, спросите вы? Потому что, как вы, возможно, знаете, есть такой навык, как управление убежищем, который увеличивает все процентные бонусы от зон убежища. То есть, по факту, в моем случае, бонус к прокачке равнялся 48%. Что, собственно, мы и проверили посредством наших тестов. Итак, в итоге, несмотря на довольно высокую стоимость постройки модуля «Воздушный фильтратор», я рекомендую вам стараться построить его как можно быстрее, дабы качать все физические умения с 40% бонусом к прокачке. И я также рекомендую вам делать это правильно, то есть включая свет и вставляя фильтр ФП-100, потому что расход топлива и фильтров качает тот самый навык управления убежищем, который будет давать вам еще больше бонусов к прокачке умений. То же самое касается и модуля «Библиотека», который дает бонус к прокачке практических умений. Его тоже нужно и важно постараться построить как можно быстрее. На этом у меня все. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк. И было бы очень круто, если бы вы написали в комментариях, до каких уровней вы докачали свои скиллы в прошлом вайпе. Попробуем собрать интересную статистику. Благодарю за просмотр и до встречи в следующих видео.